У нас сейчас завершился матч с участием команды Юпитер и Спорттега. Юпитер победил со счетом 6-2. И у нас в студии капитан команды Юпитер Антон Картанов и капитан команды Спорттега Илья Немномов. Илья, вот неплохо начали матч, забили быстрый гол. Потом последовали такие результативные ошибки, что в первом голевом эпизоде Колыш на ровном месте подарил мяч, что второй эпизод, третий гол могли забивать 2-2, тоже ошибка и быстрая контратака. Почему это, усталость или что? Ну, наверное, да, сказалось, все-таки нехватка замен сегодня, буквально одного человека, двух не хватило. И да, потеряли немножко концентрацию от того, что физика подсела, потом сделали заменки, вроде как-то дали подышать парням, но в итоге все равно физики не хватило. Я так понимаю, сегодня было несколько дебютантов. Я насчитал Федора Федорова, по-моему, первый раз приехал. Павел Ефимцев приехал первый раз. Может быть, кто-то еще был. С чем это связано? Будет так постоянно сейчас подключаться новые футболисты? Или так это стечение обстоятельств? Ну, мы смотрим, кто сильнее играет на той или иной позиции. У нас есть выбор в центре, несколько игроков в фланге, защитники, у нас хорошая линия, поэтому смотрим, сыгрываемся, понимаем, как нам нужно двигаться, куда нам нужно идти, и дальше будем уже играть более-менее сбитым составом. Антон, второй матч проводишь в сезоне. Сегодня пропустил дважды, но вот в первом эпизоде что произошло? Мне показалось, что в твой угол мяч летел, может, переход с мини-футбольных ворот сказывается? Да, ну, может, отсутствие практики на больших воротах. Да, гол-то мой, что тут вопросов нету. Слава богу, парни выручили, выиграли. Спасибо им. Что вообще Иван Марковец говорил перед игрой? Я так понимаю, что сказал он мне, что есть определенные схемы, какие-то он требует, и пока вы не понимаете на поле, как их воплотить в жизнь. Ну да, в прошлую игру играли одной схемой, сегодня другой. А, ну, значит, это победная. Я думаю, менять не стоит ее пока что. Вот. Почему такие два разных тайма получилось? В первом тайме, можно сказать, ничего не получалось, а во втором тайме вот перехватили нити игры, начали забивать. Или это за счет, может быть, скамейки? Ну, скамейка-то важная, здесь роль играет. Скамейки у нас выходят такие же сильные игроки, забивают. А первый тайм, ну, притирались к схеме, опять новые игроки. Тяжело так играть опять с нуля. Защита другая, центр другой, и все тяжело наигрывать связи. Ну, первые игры, сейчас сыграемся, думаю, дальше будет лучше. Илья, такой старт для Спорттега, для дебютанта Суперлиги получился весьма сложный. Можно сказать, такие три, ну, даже топ-команды набрали 4 очка в 3 встречах. Как оценишь вообще этот результат? Что, может быть, планировали какие-то очковые запасы набрать, какой-то очковый в стартовые туры? Да нет, плана на количество набранных баллов у нас не было. Мы хотели войти в турнир и показать себя только с хорошей стороны. 3 матча, 3 разных результата, в принципе, для того, чтобы понять Суперлигу, как здесь двигаться, как здесь играть, это нормально. Сегодня, конечно, хотели уехать с очками, но как получилось? И, Антон, аналогично, Юпитер, 3, получается, 4-я встреча, 2 победы, 2 поражения. Явно, наверное, не то, что Иван Марковец, наверное, думал увидеть в начале турнира. Ну, конечно, мы сюда приезжаем только побеждать, других целей не стоит, поэтому каждое поражение воспринимаем, ну, так, болезненно. Хорошо сегодня выиграли, надеюсь, дальше попрет, начали забивать, слава богу. Надеюсь, дальше будет лучше. В дальнейшем кто будет в рамке, непонятно еще? Это не ко мне вопрос. Спасибо.